Каждый из нас стремится к поставленной цели, результату, успеху, победе. А есть те, кто побеждает каждый день. Новый день – это личная победа над собой и своей непохожестью с другими. Анастасия Овчинникова – особенная девушка. Таких, как она, называют солнечными детьми. Анастасия очень светлый и добрый человек. Ее главное желание – дарить людям хорошее настроение, что она и делает каждый день. Утро начинается с любимого занятия – рисования. Карандаши, фломастеры, краски, пескография. Для любого из нас художественный инструмент, а для Анастасии – настроение. Обязательно настроение, похожее на летнее утро, которое девушка дарит своей семье, своему учителю, своим друзьям и каждому из нас. Страсть Анастасии – спорт. Возможно, она не станет победителем беговой эстафеты и призером по художественной гимнастике, но с удовольствием сядет на шпагат и очень удивится, что вы так не умеете. Но больше всего девушка любит петь. Она исполняет песни на языке жестов, которым владеет в совершенстве. Ее любимые песни о любви и добре. Успехи Анастасии отмечены дипломом областного фестиваля художественной самодеятельности «Горячее сердце». Анастасия Овчинникова – вдохновляющий пример безграничных возможностей, данных каждому из нас.